Сейчас выпало из головы, к сожалению, не могу сказать. А вопрос, ну вот если он так медленно растет, он такой маленький, чего бы его каждому, ну многие бы захотели завести его вообще, или это не стоит делать? Ну, во-первых, опасно, конечно. Опасно, что он укусит, да? Да, то есть, ну, за ним же нужно ухаживать, то есть, это же, ну, как за любым другим животным. Ну, то есть, регулярно чистить аквариум, регулярно кормить его, регулярно... Если дети какие-нибудь пришли, ну, посмотрели, конечно, откусим, конечно, откусим. То есть, ну, опасно прям, все равно. Да, к нему нельзя будет просто так залезть. Но, в целом, на самом деле, как бы... Фу, какой страшный. Ну, так скажем, более, я не знаю, более безопасно, чем держать крупную собаку. Безопасность? Да. Ну, если собака прям такая, килограмм 80, она тоже может очень одичать, так скажем. Крокодил долго растет и как бы очень часто, то есть, как бы, люди, ну, держат какое-то время, а потом придумывают как-то куда-то его пристроить, в тот же зоомагазин или еще что-то, когда он уже вырастает, потому что сложно все же становится. И жалко, да? Ну, видимо, то есть, ну, не знаю, я говорю, то есть, мы профессионально занимаемся, поэтому знаем. А питонов вы же тоже держите, получается, и они же тоже могут задушить кого-то, ну, выползти? Тоже могут, да, в целом, но как бы это на самом деле все мифы, потому что питон, он агрессирует только на своей территории, и если выползать, не будет агрессировать, естественно. А также человек совершенно не подходит ему по формату пищи, каким бы большим питон ни был. Но я видела собачью, вернее, вот когда, я знаю, что с щенков они съедают. Любое млекопитающее может быть, так скажем, съедено. Охотником, да? Рептилии, да, но, естественно, это не говорится о человеке, потому что таких больших представителей очень сложно встретить. Но мифов про это ходит целая куча, что человек может быть ужином питона и прочее. А, ну не человек, но ребенок, например, задушенным. Ну, как бы, если только сам человек полезет, у меня никогда не будет сама агрессировать. Нет, ну вот если дети спят, например, ползает питон, он не будет задушить? Ну, как бы, не знаю, наши питоны сытые и не могут выползти, допустим. А так, если у кого-то, ну, наверное, может такое быть. А, ну то есть надо следить просто, да, грубо говоря. Ну, конечно, ну, тоже, как он, значит, должен быть какой-то супер голодный, то есть, или что-то еще подобное. А так, то есть, я думаю, что вряд ли. А сколько у вас крокодилов дома? Крокодилов дома нисколько, только на загородной базе там три у нас крокодила. Три крокодила. Ну да. Вот это самый кайман... маленький, да? А? Это самый маленький, это да? Это самый маленький, да. Просто есть каймановая черепаха, например, и есть каймановые крокодилы. Они, получается, где-то вместе живут. Ну... В природе. Честно, не знаю, черепах не держу, и очень сложно сказать про черепах.